Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это телефон Дуги Нова, там какой-то X100 или как его там точно. Там в этих моделях Дуги, конечно, не поймешь. Разобраться очень трудно. Там чуть ли не каждый день новая модель какая-то выходит. Так, а посылки. Стоимость данной посылки, данного телефона. Так, что-то тут надрезано. Кто-то тут уже колупался уже. Наверное. Стоимость данного телефона покупал я на Алиэкспрессе за $80. $80, и, по-моему, если не ошибаюсь, на этот телефон у меня еще был какой-то купон, которым я успешно воспользовался при покупке этого телефона. Итак, смотрим. Это нам не надо. Это тоже нам не надо. Так. О магазине какая-то чушь. Сам телефон вот такой вот коробочки. Nova Y100X. Здесь какие-то буквы непонятно написаны. И так вот выглядит телефончик в коробке. И вот он сам телефон. Так, пленочка есть. Вот такой вот довольно-таки неплохой телефон. После 5,5-дюймового мне уже кажется этот телефон маленький. Так, что у нас еще? Инструкция. Инструкция к телефону. Запасная защитная пленочка с салфеткой. Зарядное устройство. Как видим, зарядное устройство уже идет европейского, да? Или стоит переходник на нем. Да, европейского уже, под наши розетки, без всяких дурацких переходников. Фуфловые наушники и USB кабель. Вот вся наша комплектация. Ну, даже наушники есть, хоть и никакие явно, но тем не менее. Так, это тут бампер стоит у нас. Телефон в бампере, видите? Я его даже не заметил почему-то. Так, вскрываем вот так тут. Открывается. Аккумулятор. Контакты заклеены. Вот аккумулятор на 2200 миллиампер. Так, вставляем аккумулятор и пробуем. Так я его вставил или не так? Так он вставляется. И пробуем включить наш аппарат. Итак, вот он, наш телефон включился. Выбор языка сразу идет. Ну или и не пользовались, не включали, или сделали сброс. Так, язык выбран. Пропускаем. Ну, качество экрана мне очень нравится.
Вообще такой супер насыщенный экран. Телефон настроен и готов к использованию. Ну, конечно, обои темные тут. Я так уже смотрел, это сделали специально, чтобы рамок не было видно. И светлых обоев здесь и нет. Вот так вот живые обои смотрятся. Зайдем в настройки, посмотрим, что у нас здесь у телефона. Версия Android 5.0. Ну, такая ерундень. Номер сборки, общая информация о телефоне. Беспроводное обновление присутствует, уже подключу интернет, попробую обновить. Так, память еще глянем. Память доступна 4,93, ну, в принципе, как у всех. Как во всех телефонах с 8 гигабайтами памяти. Яркость экрана даже не на максимум выставлена. Это вообще очень-очень насыщенный экран, очень яркий. Мне нравится. На этом все. Спасибо за внимание. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.